широкое распространение. Я на южной границе 3 года прослужил. Там джунгли радиоактивные, и уже не люди, а мутанты. Просто ходячие куски мяса. Только и могут что жрать да стрелять. Наша страна в кольце, маг. За морем на архипелаге островная империя. Говорят, они еще хуже выродков. Хотя хуже выродков никого нет. Почему? Да ты сам все видел. Вот эта система башен, она... Я когда ребенком был, я уже на стройке надрывался. Мы все надрывались, чтобы систему защиты протянуть. И башни... Башни остановили войну, маг. Ну, то есть неизвестные отцы остановили войну при помощи башен, когда пришли к власти. И если их не будет, какой-нибудь пандея нас 2 минуты разбомбят. А мутанты придут и дожрут то, что останется. А выродки... Выродки эти башни взрывают за деньги! За грязную хантийскую бумагу, продажная мразь! Кто служит в Востоке в предгорье? Они известные отцы, они кто? Они? Выбрать пряжу – дело ответственное. Вот они нас всех вытащили из ямы. Вот у них хватило воли окоротить этих взорвавшихся сволочей, которые после развала империи нахватали все, что плохо лишит, и решили, что вся страна – их собственность. А почему они анонимны? Да потому что они чиновники на службе народа. Они не царствуют, маг. Они работают. Ты знаешь, как им трудно? Постоянно угроза войны. Постоянно подкладывают бомбы под жилые дома, под детские сады, под башни, в конце концов. Гай. Один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства. Поклонниц вязания крючком с каждым годом все больше и больше. Вот поэтому я и пошел в гвардию. Не на завод, не в поле, а в боевую гвардию. Мы сейчас за все отвечаем. За всех. Он за них. Сядь. Зи. Я расскажу ему. Пойми, маг. Эти башни, они не для выродков. Излучение действует на нервную систему каждого человека. И включаются они не дважды в сутки. Они действуют постоянно. Под этим излучением мозг человека теряет способность анализировать, мыслить. Но зато он верит. Верит всему. Газетам, радио, телевизору, учителям в школе, офицерам в казарме, рекламе, пропаганде, проповедникам. Система информации действует неразрывно с системой излучения. Людям можно внушить все, что угодно, и они примут это как единственную истину. Тогда с человеком можно делать все, что угодно. Восторг будет восторг. Ярость и будет ярость. Депрессия, и все упадут и будут медленно умирать. Можно заставить покончить с собой. Можно заставить убить своих детей. Можно! Все можно. Единственные, кто хоть что-то понимает, это выродки. Излучение на них не действует, а удары вызывают боль. Вся правящая элита – выродки. Все не вошедшие в элиту – враги человечества.